второе место на состязании педагогического мастерства. Зареченко Наталья Карачарова вошла в число призеров областного этапа конкурса «Воспитатель года 2011». В то, что ее опыт оценили так высоко, поверила не сразу, признается Наталья. Сначала я даже не поняла, не думала, что я заняла второе место. Я все там жду, всех назвали, меня только одну не назвали. Вот, а потом уже меня называют. Я даже сначала не поняла о том, что я заняла второе место. А потом уже, когда и все свои, кто там за меня болел, все меня начали поздравлять, конечно, была радость. Сложнее всего было справиться с волнением, говорит Наталья Карачарова. Ведь предстояло не только продемонстрировать собственное профессиональное мастерство, но и отстоять честь всего педагогического сообщества родного города. Хотелось и на областном выступить, показать свой опыт и посмотреть на других, которые приехали из других районов. Нас там все-таки было много, нас было 13 человек. И волнение было то, что мы выходили все на сцену. Здесь у нас было как-то все в детском саду, а там выходили на большую сцену, где было очень много народу, все смотрели на тебя. Конечно, это было волнение. Волнение свое пришлось как-то перебороть для того, чтобы выступить. Этот результат во многом заслуга всего коллектива Зареченского 18-го детского сада, где Наталья Карачарова трудится уже 20 лет. Без поддержки самых близких и родных людей и на городском этапе пришлось бы тяжело, с уверенностью заявляет педагог. Мне многие помогали, у меня была хорошая моя группа поддержки, которая мне помогала во всем, меня поддерживала и за меня болели. Конечно, им большое спасибо. Победа на городском конкурсе и второе место на областном состязании – приятное дополнение к главному жизненному подарку, который радует Наталью уже 20 лет. Возможности дарить детям свое тепло, любовь и внимание. И это для воспитателя из детского сада номер 18 важнейшая награда. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».